«Мемо-тим» – киберспортивная команда из Бурятии, она же сборная республики. На днях ребята прошли квалификации на HLTV по игре Counter-Strike 2 и получили шанс соревноваться с лучшими командами мира. Ну, это очень престижно, в первую очередь, потому что много игроков стремятся туда попасть долгие годы, а мы это сделали вот за год. Ну, HLTV – это мировой рейтинг команд. Самая главная цель вообще киберспортсмена – это попасть на мажор и получить стикер. Если ты получаешь стикер в игре, ну тут ты уже миллионер долларовый. Команда состоит из 5 молодых игроков. Сегодня на тренировке только Эрдем и Данил. Остальные не смогли приехать, но это не означает, что игра отменяется. Ребята тренируются ежедневно от 3 до 10 часов в день. Ну, мы очень много времени проводим именно в TeamSpeak, в Дискорде. Общаемся на какие-то темы. Когда настроение есть, могу там по 10 часов каждый день сидеть, по 12. Ну, для меня, если ты играешь просто Counter-Strike, ну, без никакой цели, то ну, ты убиваешь время. А если ты пытаешься добиться какой-то цели, вот, допустим, ты хочешь стать киберспортсменом, ты к этому стремишься, ну, то тогда ты не убиваешь свое время. Год назад команда получила статус сборной Республики Бурятия, а уже сегодня они вошли в топ мировых команд. Это при том, что игроки параллельно учатся. Не, мы за него уверены, ответственный. Всегда с нами общается, не закрывается от нас. Мы постоянно насчет этого разговариваем. Стараемся следить за его соревнованиями, за его достижениями, успехами. Мы в какой-то части спонсируем на поездки. Он у нас ездил в Читу, ездил в Иркутск, ездил в Хабаровск. Сегодня на все соревнования ребята выезжают за свой счет. К сожалению, у команды нет спонсоров. Важно обратить на это внимание, потому что получается так, что есть игроки, есть команды, которые действительно могут показывать хороший уровень. Ну, вот уже есть случившийся факт, да, что есть команда, которая может показывать мировой уровень. И, конечно, важно ребят поддерживать в этом, чтобы они могли развиваться. Киберспорт. Я к этому стремлюсь. Посмотрим, что будет в будущем. Я не могу предугадать. Мариам Восконян, Александр Семенов, телекомпания АТВ.